Привет, друзья! Сегодня в нашем максимальном обзоре будет новинка на российском рынке. Бразильский корм Formula Natural. И чтобы не мелочиться, я взял большущую упаковку. Как всегда, максимально подробно разберем его состав, продегустируем. И разумеется, друзья, раз это новинка, то я уделю особое внимание самому изготовителю и даже упаковке, потому что неспроста я взял именно такую. Так что усаживаемся поудобней, машем хвостиками. И погнали! Как я уже сказал чуть ранее, данный корм производится в Бразилии. Одной из крупнейших компаний, которая, ну, по большому счету, входит в топ-3 производителей кормов для животных в Бразилии. И компания называется Adimax. Свое начало она берет с 2002 года. И вот практически за 20 лет они из маленького производства выросли огромнейшее производство, которое, как я уже сказал, входит в топ-3 на территории Бразилия. И у компании есть интересная миссия, которую я вам с удовольствием процитирую. Миссия состоит в том, чтобы способствовать благополучию животных с помощью высококачественных кормов для собак и кошек. И для этого у них все есть. Достаточно высококвалифицированные специалисты, технология, постоянное инвестирование в исследования, в само производство. И при этом они очень внимательно относятся к качеству ингредиентов. И на самом деле, вот характерная черта бразильских кормов – это их отношение к ингредиентам, которые входят в корм. И по умолчанию они используют те же самые ингредиенты, ну, которые идут в пищу людям. То есть привычный нам human grade. Но они здесь это даже особо никак не рассказывают и не хвастаются, потому что для них это, ну, это естественно. А какие же еще должны быть ингредиенты в корм для питомцев? Разумеется, только те же самые, которые идут непосредственно в пищу для людей. Также у компании достаточно большая благотворительная программа. Они в партнерстве с местными ветеринарными клиниками помогают заботиться и пристраивать собачек и кошек пожилого возраста и инвалидов. То есть благодаря этой программе питомцы находят свой дом. И это хорошо. О самой компании я вам немного рассказал. Я больше чем уверен, что она нам с вами будет еще встречаться и не раз в моих обзорах. Потому что, по большому счету, это первопроходец на нашем российском рынке. А у них есть на что посмотреть. В том числе и влажные корма тоже присутствуют. Так что, если вам интересно побольше узнать о компании-производителе, то ссылочку в описании я специально для вас оставлю. И что же в ней такого уникального и интересного, раз я акцентрирую ваше внимание. Так вот, друзья, компания Adimax первая в Бразилии стала использовать упаковку для корма из переработанных материалов. Вот именно в этой упаковке содержится не меньше 51% переработанного полиэстера. Привычные нам все вот эти бутылки из-под лимонадов, всякие пластиковые контейнеры и так далее. Основной главный момент, на который я хотел обратить ваше внимание, вот интересное решение, которое использует здесь производитель. Этот корм для собак малых пород. 7 килограмм. И обычно такие большие пакеты покупают для того, чтобы сэкономить. Ну, потому что чем больше пакет, тем, соответственно, он дешевле. Логично. Но в процессе эксплуатации и хранения многие владельцы питомцев, ну, начинают переживать, не испортился ли бы корм, как хранить его и так далее. Ну, потому что, допустим, если у вас один всего лишь, ну, маленький вот такой французский бульдог, то этого пакета хватит вам достаточно надолго. То есть вам надо это все дело пересыпать в какие-то контейнеры, либо еще как-то сохранить сроки годности. Так вот, компания здесь сделала очень интересное решение. Для того, чтобы понять, о чем я веду речь, надо этот пакет вскрыть. Мы его так вскрываем. И здесь нас ждет вот такой интересный сюрприз. Эти все 7 килограмм распакованы вот в такие полукилограммовые пакетики. То есть корм, соответственно, ну, не будет портиться. Но при этом также он сделан из пленки, из переработанных материалов, о чем здесь гласит вот этот значок компании-производителя. И вот так вот спокойненько кормите. Интересное решение, и на самом деле, ну, я такого еще не встречал на нашем российском рынке. Именно поэтому я купил вот такую большую упаковку, чтобы вам показать вот такую интересную особенность. При этом еще раз напоминаю, что 7 килограмм, как логически и должно быть понятно, стоит
дешевле, чем если покупать вот куча вот таких вот маленьких упаковочек. Ну что ж, друзья, давайте более внимательно разберем состав этого корма. Основная информация о корме содержится на основной упаковке, в том числе и состав, и, соответственно, гарантируемые показатели. Я буду зачитывать отсюда, потому что на маленькой упаковке здесь только название бренда, то, что это для малых пород собак, и, соответственно, то, что это зеленая упаковка из переработанных материалов. И вот тут больше ничего особо и не указано. Так что зачитываю с основной упаковки. И на первом месте у нас идет мука из мяса курицы. Сразу сделаем акцент на слове «мясо». То есть, если это сделать более правильный перевод, нам привычный, то это дегидрированное мясо. И здесь оно идет на первом месте. К сожалению, здесь производитель не указал процентное соотношение этих ингредиентов, всех ингредиентов в корме, нету никакого процентного соотношения. Но мы с вами помним, что основную массу корма занимают первые 4-5 ингредиентов. И они вот как раз таки занимают примерно 80-90% состава корма. Поэтому здесь, по большому счету, мы с вами можем только догадываться, какое процентное соотношение данного ингредиента. К сожалению, производитель не указывает. Итак, что же такое мука из мяса курицы? Ну, друзья, разумеется, это животный ингредиент, который приготовлен из мяса. То есть это не мясокостная мука. И, соответственно, он необходим нашим питомцам как источник животных белков. На втором и третьем месте у нас здесь идет углеводная составляющая, которая служит для того, чтобы корма было больше и стоил он дешевле. И на втором месте здесь используется дробленый рис. Я этот ингредиент допускаю в составе кормов. Ну, во-первых, без углеводных составляющих в сухих кормах не обойтись. Такая технология производства корма. И, соответственно, их используют для того, чтобы корм стоил дешевле. Потому что если будет и 100% мясных ингредиентов, друзья... Я думаю, что мало кто сможет позволить себе такой корм. А также рис используется как крахмалосодержащий ингредиент, чтобы сформировать гранулу корма. В принципе, точно так же, как и третий ингредиент, это пшеничные отруби. Они тоже здесь служат как наполнитель, так и, соответственно, для преобразования формулы. Для вот таких вот маленьких красивых гранул. Мы с вами при дегустации вскроем и посмотрим более внимательно. Да, сразу стоит обратить внимание, что у двух этих ингредиентов достаточно высокий гликемический индекс, который повышает сахар в крови. Это важный момент, особенно для тех питомцев, которые, есть определенные заболевания, как по сахарному диабету, так, соответственно, и проблемы с ожирением. Но здесь всегда, конечно же, многие производители говорят, друзья, соблюдайте нормы кормление, чтобы, соответственно, не перекармливать питомца. И в данном случае нам здесь даже производитель рекомендует три вида норм кормления для питомца с низкой активностью, с умеренной активностью и с высокой активностью. Так что, друзья, при кормлении любым кормом всегда это помните, что стоит внимательно следить на физическое состояние питомца. И следующий ингредиент, который, как правило, занимает примерно процентов 10, опять же, здесь производитель не пишет сколько, это куриный жир. Достаточно часто встречаемый ингредиент. Это, друзья, разумеется, конечно же, великолепный натуральный ароматизатор. И, конечно же, это великолепный источник жирных кислот, в частности, омега-6, которые необходимы нашим с вами питомцам. Следующий ингредиент, хороший ингредиент, я его очень люблю, это масло лосося. Животный ингредиент. Содержит, разумеется, друзья, омега-3, которые и для кожи и шерсти, и для нервной системы, для сердечной системы. И, опять же, точно так же, как и омега-6, нужна для наших с вами питомцев полностью. Но здесь очень важный нюанс. Здесь производитель, к сожалению, не пишет, при помощи каких консервантов сохраняет свою свежесть эти два вида жира. К сожалению. Следующий ингредиент – это семена льна. Друзья, разумеется, это, конечно же, хорошая клетчатка и, опять же, источник омега-3. Хотя я достаточно часто вам говорю, что я люблю все-таки, когда омега-3 используется из животных ингредиентов. В частности, здесь производитель отдельно как раз-таки указал масло лосося. То есть, по большому счету, основной ингредиент – это у нас три составляющие. Добавляется куриный жир и масло лосося. Такие пять основных составляющих этого корма. Дальше пошли уже такие добавки с незначительным содержанием, соответственно, также интересные и полезные. Дальше у нас идет натуральный усилитель вкуса. Это, друзья, здесь производитель не расшифровывает, что это такое, скорее всего, это используется гидролизат куриной печени. Достаточно часто встречаемый ингредиент. Это очень мощный усилитель вкуса, натуральный. Дальше у нас идут обезвоженные фрукты и овощи. И здесь, друзья, конечно же, скобочка производитель указал, что это за овощи и фрукты. И первый ингредиент мне на самом деле очень понравился. Это манго.
яблоки, морковь, томаты. Яблоко, морковь, томаты мы достаточно часто встречаем, в том числе и в наших российских кормах. А вот, друзья, манго, немножко такой экзотики из Бразилии для наших с вами питомцев. Ну, разумеется, это, конечно же, кладезь различных витаминов, минералов, которые действуют на организм в целом, на наших с вами питомцев. И, разумеется, конечно же, это клетчатка, которая необходима для хорошего пищеварения. Дальше у нас опять же идет источник клетчатки, это свекольный жом. Часто встречаем ингредиент, практически в каждом втором корме он присутствует, и многие его прекрасно знают, и, как говорится, никаких особых к нему замечаний, ну, конечно же, нету. Это, конечно же, друзья, в первую очередь, это клетчатка. Дальше у нас идет хлорид натрия. Ну, это, друзья, если по-нашему, по-русски, это, ну, соль. И многие производители ее добавляют, аргументируя тем, что это великолепный источник натрия, который необходим нашим с вами питомцам. Да, хлорид натрия содержит 40% натрия и 60% хлорида. Но также, друзья, не забываем, что соль является таким хорошим природным консервантом. Да, те, кто вот дома засаливает там огурчики, помидорчики, ну, я думаю, что со мной согласятся. И также есть одно из мнений, то, что соль вызывает некоторое такое привыкание питомца к корму. Но, друзья, мы с вами при дегустации поймем, насколько здесь много соли. Ну, в принципе, почему я дегустацию в том числе и произвожу. Дальше у нас идет мука из морских водорослей. Это, друзья, конечно же, великолепный источник йода, который необходим для щитовидной железы. Та же, конечно же, это и клетчатка, и содержит ряд различных других витаминов, минералов. Но в первую, друзья, очередь это, разумеется, для щитовидной железы. Это хорошо. Дальше у нас идут два ингредиента, которые заботятся о хрящах и суставах наших с вами питомцев. А я, друзья, напоминаю, что маленьким собачкам, но у них иногда бывают достаточно частые проблемы с костями и суставами. Я думаю, что многие владельцы питомцев поддержат это мнение и даже могут высказать свой практический опыт владения маленьких собачек. Как очень часто бывает, собачки прыгают с дивана и потом приходится бежать к травматологу. Но чтобы лишний раз обезопасить наших питомцев, многие производители используют два этих ингредиента. Это хондроитин сульфат и глюкозамин сульфат. Здесь производитель даже указал процентное соотношение этих ингредиентов. Да, они благотворно влияют на хрящи и суставы наших с вами питомцев. Дальше у нас идет интересная добавка, которая, по мнению производителей, борется с зубным камнем и налетом на зубах у наших с вами питомцев. И это гексаметофосфат натрия, который как раз таки занимается профилактикой образования зубного камня, соответственно, на зубах наших с вами питомцев. Следующий ингредиент это пропионовая кислота. И это, друзья, является консервантом, который препятствует образованию бактерий и их росту в самом корме. То есть, соответственно, позволяя корму сохраняться достаточно долгий период времени. Достаточно популярная пищевая добавка, и она разрешенная. Дальше у нас идут экстракты растений. Здесь в скобочках производитель указал, какие именно это экстракты. То есть это не сухие виды растений, а именно экстракт, выжимка. Это зеленый чай, розмарин и мята. Считается, что эти ингредиенты также благотворно влияют, соответственно, на ротовую полость, на аромат изо рта питомца. И, соответственно, розмарин, как вы уже тоже прекрасно знаете, является хорошим таким природным консервантом. То есть, по большому счету, у нас с вами здесь известны консерванты, это пропионовая кислота, это, соответственно, в том числе идет розмарин, и это, конечно же, следующий заключительный ингредиент, это экстракт токоферолов, природный антиоксидант. То есть, вот такие у нас здесь используются консерванты. Ну, в том числе, также и жир считается, в том числе, консервантом, потому что он сверху покрывает гранулу, не давая проходить туда воздуху и, соответственно, окисляться ингредиентом, который входит внутрь самой гранулы. Так что вот, друзья, вот такой интересный состав. То есть, может посчитаться, что основные ингредиенты здесь, их достаточно мало, да, это мясная мука куриная, это, соответственно, у нас рис и пшеничные отруби, и, соответственно, два вида жира. Но при этом у нас здесь есть и ингредиенты, которые заботятся о ротовой полости, о профилактике зубного камня, о, соответственно, аромате из полости рта. Также есть ингредиенты, которые заботятся о пищеварительной системе и, в том числе, заботятся о щитовидной железе и о хрящах и суставов наших с вами питомцев. Так что на самом деле достаточно интересно. Но да, если бы не пшеничные отруби, можно было бы, конечно, их избежать, но здесь, к сожалению, мы даже не знаем их процентное соотношение, чтобы сделать какие-то определенные выводы. Ну давайте, друзья, теперь перейдем непосредственно к разбору гарантируемых показателей. Сколько здесь чего у нас присутствует?
Итак, протеины у нас 26%, жирность 13%, сырая клетчатка 3%, зольность 8,5%. Остальные показатели вы видите на экране. Также, друзья, ценник указывать на апрель месяц я не буду. Чтобы вам было более понятно, сколько стоит данный пакет корма, то укажу ссылочку на Озоне, где как раз таки я его вот и купил. Это подтверждение моих слов. Так что можете перейти и посмотреть, сколько в настоящий момент он стоит. Потому что вы сами прекрасно знаете, что ценники сейчас на апрель месяц 2022 года вот так вот, соответственно, плавают. И, друзья, большая просьба, если не сложно, укажите, пожалуйста, стоимость этого корма на момент просмотра этого ролика, соответственно, в комментариях. Ну а мы, друзья, давайте перейдем непосредственно к дегустации этого корма. Повторю важный момент. Мы с вами распаковали вот этот 7-килограммовый пакет, и в нем оказалось много упаковочек по 500 грамм, соответственно, для удобного хранения. И сейчас мы их вскроем. Так же, как и в большом пакете, так же и здесь в этих маленьких, никакого легкого вскрытия и зип-замка нету. То есть не предусмотрено. Ну, на самом деле, здесь и не надо. Аромат присутствует. Не сказал бы, что он очень насыщенный, но аромат есть. Гранулы небольшого размера, так как это все-таки у нас для собак маленьких пород. Вот такие небольшие гранулы. То есть даже сейчас я вам размер их скажу. Так, приятненький. Соответственно, гранула в длину у нас примерно 9 мм, в ширину 5 мм и в толщину 3,5 миллиметра. Ну что же, интересный такой. Здесь вот у меня вот мой второй дегустатор подглядывает за стола и смотрит, что же я тут пробую. Ну давайте сначала попробую я, а потом уже более профессионала попросим. Сразу скажу, что плотность гранул достаточно хорошая. То есть никаких болезненных ощущений при дегустации я не испытывал. Каких-либо неприятных послевкусий также в ротовой полости нету, что очень хорошо. То есть достаточно приятный такой насыщенный вкус. Соли нет, не чувствуется. Какой-либо сладости тоже не чувствуется. И, ну, на самом деле такой вкус достаточно насыщенный. Я бы не сказал, что он очень мега насыщенный, как есть в некоторых кормах. Но очень даже такой приемлемый. Так, ну вот товарищ дегустатор, которого, как говорится, ну не обманешь. Да, скажите, вот гранула, да, реально маленькая все-таки для него, и она вываливается изо рта. Неудобно, да, скажите вам? Ну, по крайней мере, дегустатор сделал свой выбор. И вот тут вокруг бегает. Все, хочет еще дальше попробовать. Ну да, к сожалению, для него эта гранула, конечно, маленькая. Но не для него это, на самом деле, и покупалось. Вот он даже чуть мне сейчас только что камеру не шиб. Поправил камеру и возвращаемся к нашему обзору. Так что гранулы и вкус имеют место быть. Давайте подведем итог по данному корму. По вкусу аромата замечаний нет. Но, честно, хочется, чтобы он был еще чуть ароматнее и вкуснее. Но, насколько я знаю, то, что у данного бренда есть еще другая серия, не Life, а со свежим мясом. И мне кажется, она будет намного-намного ароматнее. Но, надеюсь, когда-нибудь и в мои лапки она попадет. Так что основных замечаний нету. Имеет место быть по вкусу и по грануле отлично. По составу. По большому счету, главное замечание то, что здесь не указано процентное содержание ингредиентов. Это я не очень сильно люблю, и вы это прекрасно знаете. Также здесь использованы пшеничные отруби, к которым я также достаточно критично отношусь. Но, как говорится, использовали. Но при этом есть ряд очень интересных и полезных добавок, о которых я также акцентрировал ваше внимание. То есть для
зубов и ротовой полости, также для пищеварительной системы, также для костей и, соответственно, суставов наших питомцев. Здесь все есть. Так что вот, друзья, и очень важный момент, на который тоже хотел бы акцентировать ваше внимание. Так как корм новый, я все новые корма, которые к нам поступают, всегда озадачиваюсь и спрашиваю у представителей брендов. В данном случае здесь все четко понятно, к кому чего обращаться. Я запросил декларацию соответствия, все и анализы и исследования, которые они проводили. Потому что, чтобы новый корм прошел сертификацию на территории Российской Федерации, им надо собрать достаточно большой пакет документов. И мне это все предоставили. Вот ради интереса я вам могу показать. Все, как говорится, в соответствии, все хорошо, все имеет место быть. Так что вот, друзья, вот такая интересная новинка появилась на нашем российском рынке. Это, как я уже говорил, это первый проходец. Дальше, надеюсь, будет больше и намного еще интересней. Так что, как говорится, с этим брендом не прощаемся. Еще раз, друзья, напоминаю, что я вам высказываю исключительно свое мнение, которое может отличаться от вашего мнения, от мнения производителя, ну и, разумеется, от мнения наших с вами питомцев. Чем кормить и как кормить, друзья, ну, конечно же, решаете только вы, а не я. Всем хорошего настроения. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы до сих пор это не сделали. И также, друзья, переходите в мой телеграм-чат, в котором больше 1000 владельцев домашних животных общаются между собой, делятся различной полезной информацией, которая также будет полезна в том числе и вам. Ссылочки на мой телеграм-чат будут в закрепленном комментарии. А ссылки на корм и на производителя я оставлю в описании к этому ролику. Так что еще раз повторяюсь, всем хорошего настроения, любите своих питомцев, держите хвост пистолетом и пока!